Всем привет! Доброго дня и хорошего настроения! В очередной раз хотел бы поговорить о том, как все-таки здорово настраивать себя, то есть на что-то. Настрой – это самая великая штука, которая помогает нам делать что-то очень хорошо. Один прекрасный человек однажды сказал, что все, что сделано с любовью, остается на века, а что без любви, то пропадает. Поэтому небольшой такой совет: настраивайте себя на работу, на жизнь, на движение, на перемены, на все. Научите себя настраивать. Для того, чтобы правильно себя настроить, дам маленький совет. Просто, если кто-то уже разучился, предлагаю вновь научиться мечтать. Просто помечтать. Для того, чтобы настроить себя на что-то хорошее, нужно понять, умеете вы мечтать или нет. А после все мечты, которые становятся очень прекрасными, воплощайте в свои цели. Когда вы переведете мечты в цель, то у вас будет четкий настрой на достижение этой цели. И вы ее обязательно достигнете, чтобы этого не стоило. Но настроение плюс настрой плюс стабильность и постоянство дает результат. В очередной раз было приятно всех видеть и слышать. Всего вам доброго. До свидания.